В Сыктывкаре проблема нехватки мест в детских садах будет решена к концу следующего года. Об этом мэр Иван Поздеев заявил, инспектируя стройплощадки в микрорайоне Лесозавод и поселке Максаковка. К сентябрю 2015-го там откроются два новых садика на 120 мест каждый. Проблем здесь таких вот с отставанием никаких нету. На самой стройке работа кипит вовсю. Даже журналисты и чиновники, а их на объект заглянуло немало, не смутили занятых делом трудяг. Отвлекаться некогда. График святое. Новый детский сад на 120 мест в Лесозаводе ждут десятки малышей и их родителей. Многие вынуждены отвозить своих чад в центральную часть города. Но скоро проблема перестанет быть актуальной. Первых воспитанников филиал 4-го садика примет уже в сентябре следующего года. Нам было непросто найти площадку. Видите, она может быть не совсем рядом с тем садом, филиал которого это является вот этот сад, да? Но, тем не менее, мы нашли эту площадку здесь, там, где как раз надо реализовывать и строить садики. Тем более, вы видите, в округе проезжаем, ветхие дома сносятся, да, и здесь начинают строиться новые дома, поэтому люди здесь будут жить, люди здесь будут детей в садик водить, чтобы было удобно. Коробка почти готова, стены возводят из сэндвич-панелей. Их изготовил промкомбинат. Технология известная и уже апробирована во многих районах республики. По этому же методу строится дошкольное учреждение и в Максаковке, рядом со 120-м садиком, от которого новый объект огорожен высоким забором. Раньше на месте был лес. В обхвате, наверное, полметра их было здесь. Наверное, штук 20, такая хорошая роща тополинная была. Ну вот сегодня все пусто, работы идут полным ходом, ничего не мешает. По сетям сложностей, безусловно, тоже никаких нету, все будет выполнено. После открытия спально-игрового корпуса количество воспитанников садика увеличится до 220. Это больше, чем нужно поселку сейчас. Но судя по тому, как развивается район, в ближайшей перспективе востребованным станет и запас. Нам 120-то здесь сейчас, сиюминутно так сию вот пока нет. Не надо. Это с учетом полностью. с учетом на то, что вот, так сказать, будут выделены участки многодетным семьям, и для того, чтобы в перспективе уже предусмотреть. Люди, которые вот возят это. Детей в Затон, возят детей в город, они будут сюда ходить? Они вернутся. Да. Вернутся, будут да. ходить? Ждут, да? Конечно. По словам мэра, уже к концу следующего года, когда введут в строй эти детские сады, проблема нехватки мест в Сыктывкаре будет решена. После столичной власти намерены перебросить ресурсы на строительство школ. Одной из первых таких ласточек станет второй корпус Краснозатонской школы. Евгений Ракин, Дмитрий Ведерников, телеканал «Юрган», Сыктывкар.